Добрый вечер всем, кто еще смотрит телевизор. С вами Александр Жестков. В магазинах нас обманывают чаще, чем мы думаем. Сейчас продавцам даже не нужно подкручивать весы или вымачивать продукты, ну, чтобы они были тяжелее. Обо всем позаботились производители. В знакомом пакете молока, как правило, уже не литр, а только 900 граммов. То, что происходит в наших магазинах, называется английским словом «даунсайзинг». Это когда внешний вид уменьшенной упаковки практически неотличим от той, что содержала в себе больший объем. В супермаркетах такие товары стоят на общих полках со стандартными. Так что покупатели очень часто понимают, что случилось только дома. Покупаешь пакет чего-то, например, крупы, и думаешь, что ты купил килограмм. А домой приходишь, посмотришь, там не килограмм, а 900 грамм. Раньше килограмм стоил это сам, ну, такая же цена, как сейчас 900 грамм. Бутылка вроде как литровая, но я ее, в принципе, если честно, не измеряла, вот чтобы дома измерить, литр в нее влезает или нет. Продавцы объясняют все, разумеется, заботой о людях. Уменьшение объемов упаковки позволяет хотя бы приостановить рост цен за единицу. Только покупатели этому не верят. Наверное, хотят, ну, в общем, чтобы этого им выгоднее было. А в чем выгода заключается? Ну, в чем? Мы же будем платить, как бы, ну, дороже, в общем. Ну, как обманывать? Ну, кто-то не посмотрел, взял вроде подешевле. Маркетологи уверяют, уменьшенная расфасовка выгоднее для людей. Защитники прав потребителей уверены, это заговор производителей и ритейлеров. Семья – это пара, одинокий человек, либо пара с одним ребенком. И зачастую литровый объем для них избыточен. Поэтому производители в условиях увеличивающейся конкурентной борьбы вынуждены учитывать потребительские предпочтения. Здесь две ситуации. Первая ситуация – это когда ритейл диктует цену для производителя, для того, с какой ценой он должен заходить на полку. И второй момент – когда производитель это делает умышленно. Умышленно он приучил нас, потребителя, приучил к форме упаковки, к объему упаковки. И в какой-то определенный момент мы покупаем, что там не литр, а 900 грамм, что это не килограмм, там, а еще какой-то вес. При этом недобросовестный производитель пишет это мелким шрифтом. Первыми не доливать начали производители соков и молока. Так они отреагировали еще на кризис 2009-го. Правда, когда он прошел, к прежним стандартам упаковки многие уже не вернулись. Купить литр молока не просто уже несколько лет. Крупнейшие производители не доливают от 5 до 7% этого объема. Тоже с соками. Поэтому литр превратился в 970 мл. Большинство производителей масла 200-граммовую пачку сделали 180-граммовой, а кондитеры уменьшили размер многих шоколадных плиток с привычных 100 граммов до 80. Крупнейшие производители подсолнечного масла сократили объем литровых бутылок на 5-10%. На те же 10% уменьшились некогда килограммовые пакеты гречки, риса и сахарного песка. И только соль все еще продают килограммами. Экономят и пивовары. Пол-литра превратились в 0,48. Каждая четвертая бутылка. Кстати, гости ресторанов тоже все чаще сталкиваются с подобной проблемой. Многие жалуются, что в тех местах, где любимые стейки не изменились в цене, их размер стал ощутимо меньше. А десерты подают просто крошечные. И к нам присоединяется ресторатор Гаене Бриева. Добрый вечер, Гаене. Добрый вечер. Сейчас многие рестораторы уменьшают порции, чтобы не повышать цены. А вы? Вы знаете, я считаю, что самое важное всегда договориться. И вот это вот, знаете, как между двумя людьми отношения, когда вы честно о чем-то договариваетесь, то в принципе никаких проблем нет. И поэтому, если мы гостям сразу говорим о том, что порция уменьшилась, и гость принимает это, то я не вижу никакой проблемы. Например, во время бизнес-ланча мы же как делаем? Мы же хотим, например, держать качество, мы хотим, чтобы был выбор. И при этом, например, у меня блюдо, которое есть в основном меню, можно заказать во время бизнес-ланча, но с меньшей порцией. И гости рады этому. Во-первых, они не могут съесть так, понимаете, сразу вот полноценную порцию и салата, и супа, и горячего блюда с гарниром. А тут они получают полноценный обед, вкусный, ресторанный, но при этом с меньшими порциями и, соответственно, меньше платит. А какие еще есть способы сократить издержки в ресторане или повышение цен неизбежно?
Ну, у нас есть постоянные и временные издержки, как вы это называете, расходы. Поэтому здесь, если постоянные практически... невозможно изменить такие, так, например, как аренда, как фонд заработной платы, такие как нам налоги и прочие расходы, то с переменами как раз можно. Можно искать более интересных поставщиков, можно менять, делать более рентабельное блюдо. То есть вот сейчас вот как раз вот такой эксперимент для профессиональных поваров, для того, чтобы они выбирали более интересные блюда, экспериментировали и получали в конечном итоге не такую высокую себестоимость. В магазинах упаковки многих товаров тоже заметно усохли. Как вы относитесь к таким уловкам? Это, знаете, как вначале я сказала, если договорился производитель и потребитель, то все хорошо. Но если это случайно произошло в один день, и я не обнаружила там дома случайно, что у меня вместо литра 900 там, да, миллилитров молока или какого-то еще другого продукта, то это, наверное, не очень хорошо. Я думаю, что здесь вопрос и к продавцам, и к маркетингу внутреннему, и к тому, чтобы действительно говорили честно. Я считаю, что в этом ничего криминального нет, потому что если мы все-таки хотим не сокращать персонал, если мы хотим держать штат людей для того, чтобы не было еще хуже с экономической точки зрения, там, да, вот, и мы хотим держать качество, то, наверное, что-то нужно делать. В данном случае количество – это не самый большой грех. А может, в этом есть какой-то позитив? Например, люди могут сохранить качество употребляемых продуктов, несмотря на повышение цен. Мне кажется, вообще, когда мы смотрим, и я даже, которая разбираюсь в еде, мы идем за покупками, мы очень часто покупаем много лишнего. И в конце недели мы можем обратить внимание, какое количество продуктов просто выбрасывается в мусор. Поэтому вполне возможно, что это будет иметь такой немножечко положительный такой посыл для того, чтобы обращать внимание и потребление уменьшится. А как вам такой довод? Может быть, маленькая расфасовка поможет нашим людям стать стройнее? Ну, а в случае с пивом, например, меньше пить? Вполне. Вы знаете, это как говорят, ты можешь съесть даже бургер. Просто возьми этот бургер, раздели пополам, еще одну треть и поешь. Поэтому с этой точки зрения очень логично. Чем меньше порции, чем меньше упаковка, тем лучше для того, чтобы воспитывать и культивировать в себе навыки к правильному потреблению. Спасибо. С нами была ресторатор Гайне Бриова. Старшее поколение россиян не раз меняло свои потребительские привычки. Ну, что такое небольшое сокращение порции по сравнению с пустыми полками советского времени? Продуктовое изобилие советские люди, конечно же, видели. В кино. Сначала глазами режиссеров, преданных Сталину и делу партии. Потом в перестроечных фильмах о загранице. В реальности дефицит и пустые полки. Даже призрачная надежда купить колбасу, сметану и лук побуждала граждан на всякий случай становиться в очередь. Вы не подскажете, лук будет или нет? Вон кто знает. Скажите, пожалуйста, лук будет или нет? Я вас спрашиваю, лук будет или нет? Только в жирные нулевые продуктовое изобилие, о котором десятилетиями мечтали, стало былью. Вместе с другими приметами западной жизни, ранее виденной только в кино. Кризис заставил вспомнить о былом. Полки магазинов, к счастью, пока по-прежнему заполнены, зато привычные продукты по карману уже не всем. Приходится экономить и покупать маленькими порциями. Жизнь по Жванецкому. 30 лет спустя. Я вчера видел раков по 5 рублей. Но больших. А сегодня были маленькие, но по 3. Ну, очень маленькие, по 3 рубля. Если бы у меня вчера было 5 рублей... У меня и сегодня 3 нет. Алексей Раевский. Главная тема. Но все не так уж смешно. Это видео из Иркутска всего за пару дней набрало более 1 000 000 просмотров в интернете. Камера зафиксировала кражу 2 мешков картошки. Чтобы спасти их, хозяин прыгнул на лобовое стекло машины грабителя. Страшно представить, что он сделал бы, если бы картошки в мешках оказалось меньше, чем раньше. А я желаю вам всего доброго. До встречи завтра в это же время.